Здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь. Кого у нас сегодня нет? Летунова. А что с ним? Погода нелетная. Ребята, потише. Хорошо, давайте сделаем перекличку. Странно. Я его здесь оставляла. Хорошо. Посидите здесь спокойно, я сейчас приду. Никто не хочет признаться. В чем признаться? Как в чем? В краже журнала, конечно. Если есть преступление, значит есть и преступник. Сначала ищем свидетелей преступления. Кто из вас последний видел журнал? Ну, я видела его на столе у учительницы перед уроком. Никто больше ничего не хочет добавить? Хм. Хорошо. Теперь нужно... Нужно поискать улики. А вот и улика. Чтобы найти преступника, нужно опознать улику. Чей это фантик? Это ты бросил? Я. А это? Нет. Ты врешь! Где ты был до того, как прозвенел звонок? В классе. Значит, не хочешь признаваться. Если преступник не хочет признаться, перейдем к допросу. Кто первый? Никто не хочет. Ты! Садись! Мне нужны свидетельские показания. Говори. Я ничего не знаю. Подробности. Мне нужны подробности. Говори. С кем? Когда? Где? Отвечай. Где журнал? Это ты его взяла? Ты что-нибудь знаешь об этом? Нет. Ты! Что говорить? Говори правду и только правду. Что ты делал этим утром? Ну, сначала я проснулся, потом умылся, потом завтракал, потом... Что же было потом? Потом я пришел в класс со всеми. Ты видел журнал? Я не помню. Я поняла. Я знаю, кто преступник. Ребят, я нашла журнал. Оказывается, он был в учительской. Полин, встань с моего места. Урок уже начался. А теперь сделаем перекличку. Никто не видел мою ручку?
Смотри на меня.